Заседание прошло в режиме видеосвязи. Обсуждалось развитие муниципальных образований и особенности работы местного самоуправления. Станислав Воскресенский обратил внимание в своем выступлении на малые города страны. Рассказал, что нужно создавать там комфортные условия для жизни, заниматься созданием рабочих мест, обеспечивать транспортную доступность, популяризировать их историю. В связи с этим поблагодарил президента за подписание указа о праздновании 800-летия Юрьевца. Торжество позволит узнать об этом городе в масштабах страны. Мы стараемся у себя в регионе уделять особое внимание развитию малых городов. В основном соединили наши города нормальными дорогами, железнодорожным транспортом, обустраиваем знаковые для людей пространства. В каждом городе на Волге, кстати говоря, преобразили набережные. Активно участвуем во всероссийском конкурсе комфортной среды в малых городах и исторических поселений. Владимир Владимирович, этот конкурс проводится по вашей инициативе, начиная с 2018 года. Думаю, что скажу от всех губернаторов просьбу, чтобы этот конкурс продолжался и в будущем. Кроме того, Станислав Воскресенский предложил вместо того, чтобы делать отдельную программу, посвященную развитию малых городов, предусмотреть соответствующие разделы в уже действующих проектах.